9 ульяновских студентов стали победителями 9-й Поволжской открытой олимпиады по информационным технологиям «Волга-IT-2017». География участников была представлена Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и другими областями. Также в соревнованиях приняли участие учащиеся вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Мариэл, Чувашия и Удмуртия. Конечно, мы говорим о том, что мы регион, который, несомненно, является центром IT-технологий. И это тоже, опять же, не мое личное заключение или мнение, это мнение серьезных международных организаций, которые периодически замеряют состояние развития IT-технологий, программирования, микроэлектроники в нашем регионе. Участники соревновались в 8 номинациях: алгоритмическое программирование, веб-дизайн, верстка, PHP-разработка, JS-разработка, Java-разработка, прикладное программирование или телекоммуникационные технологии и информационная безопасность. Эта олимпиада оказалась более крутой, чем все предыдущие, как нам показалось, потому что по уровню участников в нашей, по крайней мере, номинации все были прям достойны того, чтобы победить. Возможно, некоторым не хватило времени, навыков каких-то, но уровень работ в этом году был значительно лучше. Олимпиада – не только возможность проверить свои знания, но и способ познакомиться с высококлассными специалистами в сфере IT и привлечь внимание потенциальных работодателей. Номинации Олимпиады каждый год пересматриваются. Выбираются те, которые отражают самые актуальные тенденции в сфере информационных технологий. «Волга-IT» проводится с 2006 года ульяновскими IT-компаниями, входящими в состав автономной некоммерческой организации «Ульяновский совет культивации интернет-технологий».